территории Республики Казахстан. Более чем 1/3 от общего объема изъятой продукции приходится на продукцию так называемого двойного назначения. В структуре изъятой фальсифицированной продукции преобладает произведенная ревизионная из других регионов. Пресечено более 3000 правонарушений. Выявлено 124 преступления по различным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. С начала года сотрудниками полиции перекрыто 9 каналов поставки алкогольного фальсификата на территорию республики. Пресечена деятельность 10 нелегальных производств. Так, к примеру, было обращено наше внимание на покупку ввоза в республику нелегального алкоголя со стороны Кировской области. В результате проведенных мероприятий в Вятских Полянах был выявлен подпольный цех. В цехе находилось оборудование для разлива и упаковки алкогольной продукции, а также готовой продукции известных брендов, коньяки, вермуты, виски и так далее, а также различные наименования водки. Общий объем изъятой алкогольной продукции из данного подпольного цеха составил почти 21 тысячу литров. 27 ноября пресечена деятельность по производству контрафактной алкогольной продукции в городе Казани. В частном доме в ходе проведения мероприятия были обнаружены и изъяты крышки для упаковки алкогольной продукции, оборудование по приготовлению и разливу готовой алкогольной продукции, спиртосодержащая жидкость объемом более 1500 литров, а также этикетки уже для готовой продукции. Все это было изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса. Значительный объем алкоголя был изъят в ходе сопровождения уголовного дела, возбуждено по факту организации преступного сообщества, это статья 210 Уголовного кодекса, пресечен ввоз в республику из Самарской области 44 тонн спирта, предназначенного для подпольного изготовления контрафактной водки. Кроме того, в магазинах расположен на трассе Н7, а также в боксах, гаражных оперативов изъяты готовые алкогольные продукты.